Здравствуйте! Вас приветствует клиника NatoDent. И сегодня я хотела бы рассказать вам о таком заболевании, как дисквамативный глоссит, или более распространенное его название – это географический язык. Поговорим с вами о том, что же это такое и почему оно вдруг возникает. У детей оно чаще всего появляется на фоне, как правило, заболеваний желудочно-кишечного тракта. Потому что сам по себе дисквамативный глоссит, он не является самостоятельным заболеванием, он проявляется в результате нарушений каких-то в организме. Он как сигнальный маячок о том, что что-то пошло не так. И теперь поговорим о том, как же это выглядит и что же вообще это такое. Это воспалительно-дистрофические изменения слизистой оболочки языка. Проявляется оно в виде очагов отсутствия сосочков, то есть ярко-красные пятна, окруженные белым плотным ореолом сосочков. Почему же назвали его географическим языком? Потому что эти пятна имеют свойство мигрировать, то есть перемещаться в различные места по языку, но чаще всего они локализуются либо на боковых поверхностях, либо на спинке языка. Как это проявляется в симптоматике? Обычно дети начинают жаловаться на жжение языка, либо в принципе никак на это не жалуются. Отдельно хотела бы обозначить причины, по которым это может возникнуть. Это могут быть нарушения витаминного обмена, также это могут быть гастриты, гастродуодениты, либо глистные инвазии, заболевания печени, либо тяжелое течение респираторных заболеваний простудных. Что нам нужно делать, чтобы на этот момент помочь ребенку? То есть, как правило, это симптоматическое лечение. Первое – это диета. Нам с вами нужно исключить все острое, кислое. Также, чем мы можем помочь, это антисептическими растворами. Мы можем пополоскать рот раствором хлоргексидина, либо мироместина. Это также дополнительно поможет нам смягчить ощущения на языке. В любом случае, вам нужно обратиться и к стоматологу, и к доктору-гастроэнтерологу. Стоматолог подтвердит вам диагноз, либо скажет, что нет, это что-то другое. Возможно, у вас просто травма языка, ребенок прикусил, либо обжег. А гастроэнтеролог – это доктор, который поможет вам найти ту причину, которая изначально вызвала данное заболевание. Потому что убрать его полностью возможно только в случае, если мы уберем основной диагноз, по причине которого возникли изменения на языке. Данное заболевание встречается достаточно часто, но оно абсолютно не является чем-то плохим или чем-то, о чем нужно сильно беспокоиться. Просто нужно вовремя обратиться к доктору и понять причину, по которой оно возникло. Единственное, что оно может вызывать неприятные ощущения при достаточно сильном проявлении, когда большие участки воспалительных очагов на языке. Но это бывает заболевание и у взрослых, и у детей.